Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур, и сегодня у нас речь пойдет об интересном, надежном и в то же время прибыльном проекте под названием Суперкопилка. А именно хочу поговорить о своей стратегии заработка, сколько я инвестирую, сколько зарабатываю, какие у меня планы по данному проекту, как вообще здесь происходит заработок, как он вообще платит, там 7 с копейками лет, практически 8 лет платит данный проект. И вообще, платит ли он, проверим. У меня там накопилось $700 на вывод. Закажу, проверим, приходят ли такие суммы. Как по мне, это не очень маленькие суммы, $700. Но на самом деле здесь каждую неделю выплачивают по 1 миллиону долларов. Еще год назад проект выплачивал в неделю, в одну неделю, в 7 дней, $562 000. И вот со временем видим, как выплаты выросли, что практически там 1 миллион 224 тысячи рублей проект платит еженедельно. Количество участников растет, количество вкладов растет, проект развивается, пользуется спросом, все больше, больше, больше людей о нем разговаривают и здесь приумножают свои средства. И я, конечно же, не исключение. В данном проекте я еще года там 4-5 назад регистрировался, закидывал $50, крутил, зарабатывал, выводил, забрасывал. Потом где-то год-полтора назад я вернулся в этот проект и начал уже серьезно здесь более-менее зарабатывать, наращивать свои вклады и диверсифицировать риски вот с помощью данного проекта. Что мы видим? На данный момент вложено $2086.36. Из этой суммы я заработаю за срок в 30 недель, даже там чуть меньше, $7500. Как видим, я утраиваю даже больше свой вклад за срок. По-моему, у меня сейчас, давайте перейдем график выплат на 27 недель. Умножаем на 7, за 189 дней я вот такую сумму зарабатываю. Но хочу заметить, что я ее не вывожу всю, я только вывожу часть. Остальное пускаю на реинвест и, как видим, наращиваю свои вклады. Изначально я здесь там получал по $10, там по 50. Дальше начал более существенного. Сейчас 150 буду получать, дальше у меня выплаты стоят по 200, по 250, 300, 350 и 400. Пока что на 400 я остановился. Когда будет чуть больше свободных денег, я буду еще доходить в планах до $1000 в неделю получать здесь выплаты. Сейчас у меня там ремонт, куча вопросов, денег свободных не так уж и много. Как бы денег всегда мало, а когда еще занимаешься ремонтом с нуля, то вообще денег нет. Вот видим, на балансе накопилось 863 теты. Тета — это $1. 1 тета — $1. Здесь просто доллары называются тета. Недельный взнос, значит, каждую неделю с меня списывается по $135. И я вот показал вам, сколько мне приходит. Сейчас по 150, дальше больше, там по 400. Когда вы только прошли регистрацию, вы можете получить бонус $10 за то, что вы зарегистрировались, и сделать вклад эти $10. Вы их можете прокрутить и вывести в дальнейшем. Так что ссылочка в описании. Можете хоть сейчас пройти регистрацию, получить бонусом 10 баксов, вложить на первую неделю и вывести спустя 7 дней. Вот такая схема здесь есть. Хотите еще бонус, вы можете тогда уже сделать вклад, то есть сделать пополнение, перейдя в главную страницу, вложив еще $20. Здесь у нас есть два варианта пополнения, это Perfect Money и Nix Money. Два варианта. Если же у вас нет денег на Perfect Money, вы можете без проблем перевести с помощью обменника BestChange. Но сегодня не об этом. Ссылку, как пользоваться обменником, я оставлю в описании. Так вот, после того, как вы завели деньги, можете $20 сюда завести, еще 20 бонусом получите. То есть всего $30 вы можете бонусом получить, когда вы пройдете регистрацию новичок и в дальнейшем можете вывести эти средства. Либо же продолжить участие и приумножать свои средства. Важный момент, что нужно начинать вклады с первых недель. Мне пишут люди в Телеграме, что они делают вклады там на 20-ю, на 30-ю, а дальше у них нет возможности на это вложить недели. С 1 по 16 это такие бонусные для новичков недели, чтобы попробовать проект, как он работает, как работают выплаты. И здесь сделано, ну, хитро, либо же умно, не знаю как правильно. Что вам нужно именно понедельно, то есть начиная с первой, дальше вы открываете вклад на вторую, на третью, четвертую, пятую. То есть поочередно вы должны создавать здесь вклады. Нельзя зайти сразу на 20-ю сделать. Как бы можно, но зачем терять вот эти все недели,
если же можно делать поочередно и каждую неделю получать выплаты. Это очень важный момент, на который обращаю ваше внимание. Видимо, у меня здесь черточки, не могу сделать вклад, а вот начиная с 18 уже могу делать сколько угодно вкладов, вплоть до 200 недели. Как видим, здесь 200 недель, это максимальный вклад, который вы можете сделать, то есть на 1400 дней. При этом заработаете там вот в 4,5 раза больше. Но как бы мне достаточно и того, что я получаю здесь, там 1,56%, 1,7% и на 30 неделе там x2. В чем же заключается моя стратегия? В том, что я наращиваю свой вклад, свой депозит, соответственно, наращиваю свою дальнейшую прибыль. Как я сказал, начинал там с 10, с 50 долларов и потихоньку докидывал, докладывал и вот делаю такие вот повышения. Они не совсем плавные, но моя задача держать депозиты вот на 30 недель. Как видим, сейчас зеленые вот строки, значит, я могу на них сделать вклад. Как это делается? Нажимаю создать цель, получу в 74% больше. Прописываю сумму выплаты. Мы пишем только сумма выплаты. Обращаю ваше внимание, что недельный взнос автоматически будет просчитываться, сколько с вас будет списываться еженедельно. А мы прописываем ту сумму, которую мы хотим получить. Вверху мы прописываем любое название, чтобы у вас было понимание, что какой выклад сделали. И смотрим вот сюда. У меня пишется недельный взнос 135 долларов. Как только я сейчас сделаю этот вклад, у меня на 8 долларов будет больше списываться. То есть 143, по-моему, да? Да, 143, там 144 с копейками, плюс-минус. Нажимаем кнопочку «Добавить». Таким образом, вверху появляется здесь столбец. Вот видим, по 400 долларов выплаты. И еще открываем вот 29-ю неделю. Также пишем 401. Она там около 400 выходит, сама система подстраивает. Это у нас плюс еще 7 долларов 76 центов будет списываться еженедельно. Хорошо, меня это устраивает. Нажимаем кнопочку «Добавить». Поднимаемся вверх. Видим ровные столбцы. Это как бы золотое правило проекта. Что у вас не должно быть там «Сегодня получаю 10 долларов, завтра 1000, послезавтра там 1500». У вас должны быть вот такие вот ровные столбцы. Тогда у вас с показателями своевременный вклад и карма будет все хорошо. Обращаю ваше внимание на то, что вам нужно следить именно за данными показателями. Есть у нас такая графа «Следующая адаптация». Это время от 21.02, когда система пересчитывает там вклады и смотрит, кто активный, кто делает депозиты, кто не делает. И выплаты получат те, у кого здесь карма будет выше 100%. Чтобы она была выше 100%, вы должны вложить ту сумму, которая у вас значится в скобках. Она у каждого будет, естественно, разная, в зависимости от того, кто какие делает вклады. Кто-то по 10 долларов, кто-то по 1000 долларов. У меня, видим, пишется, надо сделать 305 долларов вклад. Сейчас мы обновляем. Денежки списались. И сейчас недельный взнос у меня 151 доллар. Соответственно, карма также увеличилась. Сейчас у нас 3.02. И до 21.02 у меня как раз таки вот каждую неделю будет списываться по 150 долларов. Я с легкостью закрываю своевременный вклад и, соответственно, я буду получать все вот эти обещанные выплаты. Если же у вас до 21.02 и дальше вот видим 21.03, 18.04, 16.05. Если до этих дат у вас не будет 100% кармы, у вас тогда выплаты могут сдвинуться аж на месяц. То есть весь вот этот вот график сдвигается на месяц. Таким образом работает проект, такие его условия, и вы должны на них согласиться. Зарабатывают те, у кого работает вот такая закольцовка. Вот это основная стратегия. Что касательно всех этих стратегий, вы можете подбирать именно под себя. Кто-то делает закольцовку с 18 недель, кто-то с 20, кто-то с 30. Я делаю с 30, потому что здесь больше всего процентов, да, там на 30 неделе. У меня есть вот такая вот табличка. И здесь прописано по суммам. Если у вас есть только 50 долларов, вы можете сделать депозиты с 1 по 20 неделю на вот эти суммы. То есть после того, как вы зарегистрировались, заходите сюда, нажимаете вот напротив «Открыть депозит», на кнопочку «Создать депозит», начиная с первой недели, и делаете вклад 2,5 доллара, дальше 3,06 и так далее, 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 вплоть до 20 недели. То есть за один день сразу же делаете 20 вкладов. То есть вот эти вклады в первую неделю, это вторую неделю, третью неделю, четвертую
и так далее, делаем вклады. Соответственно, вот показывается, получаем выплаты. Также на $100 можете поставить на паузу, на $500, 501.70 делаем вкладов. Именно закольцовка на 20 недель, можно делать и на 30, это уже зависит от вас. Зашли, вложили сумму $1000, вот видим, показывается, как она распределяется. И дальше стабильно получаете выплаты. Кстати, давайте о выплатах. Закажем денежки, которые у меня здесь накапали, и проверим, платит ли данный проект. Вот 8 лет практически работает. Я думаю, у многих возникает вопрос, а не опасно ли заходить, а не поздно ли заходить. Друзья, я считаю, что не поздно. Это лично мое мнение. Я здесь буду только-только наращивать свои выплаты, свои вклады. Я верю в этот проект. Зная его механику, вот это адаптации, капитал, своевременный вклад, вот эти все тонкости, проект позволяет работать реально годами. Вот сейчас у нас максимальный вклад там по 30-ю неделю, по-моему, 1500, а администрация приняла такое решение, что начиная с 31-й недели люди могут делать вклады там по 100 тысяч, по 120, точнее выплаты будут получать. У кого есть крупные игроки, да, очень крупные игроки, им увеличили вот эти лимиты на вклад. Соответственно, один крупный игрок может перекрыть там половину проекта по выплатам. И за счет этого будет, я уверен, еще проект работать долгое время. Конечно же, все может случиться, для этого нужно диверсифицировать. Но как бы я в этом проекте уверен и вам рекомендую его изучить. Так, у меня списывается $151 в неделю. Я оставлю там с запасом, пускай 650 я выведу. Perfect Money, Nix Money, нажимаем. Прописали кошелек, прописываем сумму и нажимаем «Отправить средства». Справа пишется, что может связаться со службой поддержки, службой безопасности, сотрудник и спросить, я ли заказывал выплату. Также здесь нужно пройти верификацию, чтобы выводить средства. За счет того, что проект платит бонусы, о которых я вначале говорил, $10-$20, чтобы выводить, нужно пройти верификацию. Там паспорт, либо же права, можно отправить без проблем. Вас верифицируют, что я и сделал, и зарабатывать здесь спокойно. Насколько мне известно, выплаты дробятся частями, то есть одна выплата максимум $500 раньше была. То есть у меня, по идее, должно прийти $500 и еще 150 на следующий день. Сейчас у нас 3.02, ожидаю выплаты, как только они поступят, я продолжу данное видео. Итак, продолжаем видео, смотрим, что выплаты поступили в полном объеме, как и заказывал, все четко, проект платит, выполняет свои обязательства. Видим, дробление произошло, выплаты на 500 и $150, вот так вот работает проект. Максимальная единоразовая выплата $500 в сутки, то есть теоретически он выплачивает в месяц максимум $15000. Вот, значит, 3-4 число, проект суперкопилка. Все отлично, работает, платит, продолжаем зарабатывать, продолжаем наращивать свой вклад и с вами делюсь, как будет дальше, что вообще происходит. Не забываем о помощи новичку, что вы можете получить бонус 10, потом $20. На эту статью я оставлю в описании ссылочку, вы можете перейти и изучить. Но вкратце, вы за регистрацию, за первый вклад, за бонусные деньги можете вот получить $10. И дальше, когда свои $20 вносите, на них создаете вклады, вам еще 20 бонусом капает. Вот получайте, пользуйтесь этой возможностью и зарабатывайте. Кто хочет узнавать информацию в первую очередь о всех событиях, где там я участвую, зарабатываю, сколько вывожу, какие тонкости, в Телеграме я все рассказываю, в первую очередь делюсь с вами разными моментами. На сегодня все. До скорых встреч. Всем пока.